Здравствуйте, дорогие мои посетители моего канала. В этом ролике я вам покажу три еженедельника на продажу через Авито. Еженедельники, топ еженедельники, топ менеджмента трех банков. Это компания Роснефти. Банка Охотный ряд, 2008 год, и банка Росинтербанка, 75-й по счету в таблице, 15-й год. Вот он, еженедельник с золотым тиснением, новый. Непользованные, без потертости поверхности и использования, чистая кожа. Вот. Здесь название 12-13 год, Роснефть. Вот здесь есть карта. Да, вот здесь есть карты Австралии, мировая карта, Соединенные Штаты Америки, Южная Америка, Англия, которой скоро не будет, Африка, Европа, которой тоже скоро не будет, американцы кушают, Германия, вот в Германии начнут кушать, Испания закусит, англичане, и Франции тоже, Италия сейчас уже закусывают. Вот, так что вот такой вот еженедельник с золотым тиснением, чистая кожа, черная кожа, вот она, и такая желтая. Вот фирменный знак, это оригинал, напечатан Tempo for Роснефть, made in Italy, в Италии напечатано. Итальянский еженедельник. Теперь охотный ряд еженедельник. Он в коробке. Коробка вот такая. Зеленая. Новый еженедельник, нетронутый. Коллекционирую, продаю свою коллекцию. Сейчас я вам достану его. Так, здесь тоже масса всего, аэропорты. Секундочку. Достану. Так. Дальше. Аэропорты. Все по месяцам, по числам. Это все по месяцам, закладочки. Просто нулевые. Также карты. Карты с Англии, конечно, начинается самая хитрожопая страна Европа. Здесь находится Ватикан, здесь находится черная аристократия, здесь черношляпники, черношляпники везде. Куда ни глянь, черношляпники везде. Так, это у нас Африка. Африка, Австралия, Китай. Вот такой вот бордового цвета, без потертостей, коллекционного состояния. Все коллекционное состояние. И также с магнитной
застежкой. Значит, здесь карманчики. Значит, это все кожа. Это все кожа. Значит, вот такая рифленая. Вот я вам текстуру ее показываю. 25 лет банку, Росинтербанку. Значит, вот где располагались институты Росинтербанка 15-го года. Я также здесь. Вот. Так. Здесь есть знания, актуальная сфера, технологичность, репутация, активность. Такие картиночки с собачками, фигачками, хуячками, детишками, которых нужно зачипировать. Вот уже зачипированы. Репутация. Здесь тоже стратегия, вектор развития. Вот. Но они не говорят о нашем будущем. А уже ставят. А вот это наклеечки. По-моему, наклеечки. Да, наклеечки, да, вот такие. А вот. Они вот сзади можно раз оторвать. Чуть приклеить. День рождения, позвонить, совещание, поездка. Это я вас так увижу. Так. И вот здесь вот две под это самое под визитки. Так. Итак, спасибо за внимание, дорогие друзья. Распродаю свою коллекцию. Коллекция не дешевая. Спасибо за внимание.